Казахстанское бизнес-образование рождалось вместе со страной, которая 30 лет назад провозгласила свою независимость. Алматинская школа менеджеров стала первой бизнес-школой сначала в Казахской ССР, а затем и в независимом Казахстане. Первая задача, которая встала перед новой школой – подготовить собственных преподавателей международного уровня, которые знакомы с уникальной практикой бизнеса и менеджмента в Казахстане и знают основы западной теории. В 1994 году Министерство экономики Казахстана объявило тендер на проект по консультированию предприятий, финансируемый Всемирным банком. Из 6 западных организаций, участвующих в тендере, 5 – Европейский фонд развития менеджмента, Лионская коммерческая школа, Маастрихтская школа менеджмента и другие – назвали HM в качестве наиболее предпочтительного партнера. В 1995 году 15 преподавателей HM выехали по международной программе TASIS на 9-месячное обучение в Европу, что положило основу создания казахстанской программы Master of Business Administration. 1996 год. Алматинская школа менеджеров переименована в Международную академию бизнеса. Стартовал первый набор MBA в независимом Казахстане со специализацией корпоративный менеджмент. Открыта программа Master of Business Administration по специализации маркетинг и PR. И первая модульная программа MPA, магистр государственного управления. В конце 90-х этап начального становления казахстанского бизнес-образования завершился. Перед школами встал вопрос: куда двигаться дальше? Ответ пришел в виде перспективных партнерских соглашений с мировыми бизнес-школами. Начиная с 1998 года МАП был подписан договор о сотрудничестве с Маастрихтской школой менеджмента Нидерланды и произведен первый набор по специализации «Общий и стратегический менеджмент». Произведен первый набор на совместно с Высшей школой менеджмент АШАСЭ программу «Мастер профессионального управления». Начата реализация программы «Master of Business Administration» в формате дистанционного обучения. Открыта программа Master of Business Administration со специализацией финансы совместно с Финансовой академией при правительстве РФ. Также открыта программа MBA со специализацией Art Management. В 2006 году была создана программа MBA с Академией народного хозяйства при правительстве Российской Федерации со специализацией Информационный менеджмент. В 2007 году открыта совместная программа MBA со Швейцарской школой бизнеса по специализации международные финансы и банковская деятельность. Сегодня программы Master of Business Administration Высшей школы бизнеса Алма-Ю получают признание в Казахстане и за рубежом и занимают топовые места в мировых рейтингах. Путь на вершину был тернистым и долгим. 2008 год. Признание МАП лучшим бизнес-вузом Казахстана по итогам 2008 года мировым рейтинговым агентством AdUniversal. С тех пор МАП каждый год подтверждает это высокое звание. 2010 год. МАП получил Европейскую институциональную аккредитацию Международной ассоциации развития менеджмента «Симон» в области образования. Присужден народный знак качества «Безупречно» Национальной лигой потребителей Казахстана. В 2012 году открыта программа MBA со специализацией «Менеджмент в здравоохранении». 2013 год. Программы Master of Business Administration, MAP, единственные в Центральной Азии, получили международную аккредитацию Association of MBAs Великобритания, Лондон и встали в один ряд с 200 лучшими бизнес-школами мира. В 2013 году от одного университета Алма-Ю выехало на обучение по программе «Болашак» 29 преподавателей и топ-менеджеров. Стажировка проходила в престижных университетах США и Сингапура, University of California, Berkeley, Haas School of Business и Singapore Management University по направлению организации и управления предприятиями и комплексами, управления инновациями, а также по индивидуальным планам в Южной Корее и Великобритании. Алма-Ю подтвердил высокое качество и соответствие международным требованиям к программам Master of Business Administration и переаккредитован ассоциацией MBA на максимальный срок 5 лет. В 2018 году 5 сотрудников Алма-Ю выехали в БЛЭД для разработки новой стратегии Высшей школы бизнеса. Произведен первый набор на совместную с Санкт-Петербургским университетом программу Executive Master of Business Administration со специализацией «Стратегическое управление и лидерство». Сегодня звездный преподавательский состав Master of Business Administration ВШБ является визитной карточкой вуза, его ключевым конкурентным преимуществом.
Всего за 25 лет реализации программ Master of Business Administration с ВШБ степень магистров делового администрирования получили 5500 человек. В 2012 году Казахстан поставил перед собой цель войти к 2050 году в тридцатку наиболее конкурентоспособных государств. Алмаю вошел в топ-22 менее чем через 10 лет, в 2021 году. Сегодня университет занимает 22-е место среди лучших совместных программ международного рейтинга QS Executive MBA Rankings 2021. И это знак признания казахстанского бизнес-образования и Казахстана в целом на мировой арене. В мае 2018 года легендарный казахстанский альпинист Максуд Жумаев второй раз в своей жизни поднялся на крышу мира Эверест и водрузил там знамя Алматы Management University. Горовосходитель посвятил свое восхождение 20-летию Астаны и 30-летию Алмаю. Посвящение университету символично, ведь образование – это ваше личное восхождение на горную вершину, персональная эволюция. Алмаю – Эверест в образовании.